Господи, покажи, где он тут едет. Ну, не видно нигде, не знаю. То ли попадает, то ли нет. Быстро так идет, против течения. Река Обь. 4 июня 2023 года, воскресенье. О, а там еще больше, да больше людей. Вообще, вниз по течению, как они идут, там вообще... Не знаю, попало или нет я. Мне охота показать. Бесстрашные люди. Это как если бревно внизу, он ахнется. Он еще по воздуху будет лететь долго. Не знаю, попадет или нет. Вон и какие. А там баржа-то какая идет. Вон какая. Это баржа, ее тянут с двух сторон. Эти, видать, катера. Вот мне по реке я не плавал, в море это дело другое. Вообще удивительное дело. Но мы пришли уже фактически перед мостом. Вот здесь люди идут, дальше идет мост. Идут машины. Мост отличный, 942 метра. 32,5, кажется, метра ширина. Шестирядовое движение. В одном направлении три, в другом три. Вот это вот, которая группа быков по три, таких пять в воде. А два на суше. Это самый лучший мост в России. Тут Баварин любил бывать, фотографировался погибший мэр города, где мы молимся. Вон у нас что. Вот, а там написано Барнаул. А там где-то видно Иоанна Предтечи. Раздевшись, видимо, купаться разрешается.